Сколько же он весит? Сколько килограмм я поднимаю много раз, когда езжу в горы? Это интересно. Причем мы будем измерять не только его вес сухой, без канистр, но полностью заправленный. Также мы будем взвешивать его полностью с канистры, потому что на сноубайке канистра – это обязательная вещь, когда ты ездишь далеко в горы, и также с рюкзаком. А в рюкзаке у нас что лежит? Конечно же, бустер, конечно же, какой-то минимальный набор ключей, как минимум термос, запасные перчатки, очки, ну то есть такая трос обязательный для буксировки. Ну то есть самый такой минимальный набор совместно с сумкой. Ну что, у нас будет сегодня два замера, ну и конечно же, поехали. Идеально сбалансированный сноубайк. Кстати, надо колеса отцепить. Итак, взвешиваем сноубайк Kawasaki. Полностью он заправленный. По пробку. Сейчас покажу. Ну, в общем, видно, что полностью заправленный. 2023 года. Установка последняя тоже 23 года. Vortex 127. Лыжа Timper. Максимально все стоит. Все защиты, все, что необходимо. Руль с подогревом. В общем, все на мотоцикле стоит. Шкурку только надо поменять. Ладно, поехали, поднимаем. Все, отлично. Мне, кстати, нравится, как она сбалансирована. 152 килограмма. 152 килограмма. В предыдущих видео мы взвешивали Husqvarna на Snowrider, мы взвешивали KTM на Yeti. И, в принципе, весит Yeti и Husqvarna, по-моему, около 140 килограмм, но мы взвешивали, там был косяк. Сказал я это в том видео или нет, не помню. Они были не заправлены. Здесь мотоцикл полностью заправленный, ну и тест, он более, но все равно по ощущениям получается тяжелее, ну мне так кажется. Ну если плюс-минус там килограмм, в общем, сноубайки все весят 150 килограмм, плюс канистра сзади, еще килограмм 15 с рюкзаком, так что где-то 150 килограмм. Просто хотелось знать, сколько я жму в горах. 150 килограмм упал, 150 килограмм у тебя есть. Итак, канистра зацеплена, рюкзак зацеплен, полная заливка топлива и поехали. Ну все, он у нас поднятый, 166 килограмм. Ну, неплохо, 166 килограмм, 16 килограмм получается весит канистра, рюкзак. Грубо говоря. Но это все мелочи, на самом деле. Но, тем не менее, есть от чего толкнуться. Так что, я думаю, кому-нибудь полезно будет это видео.